Всю жизнь у нас возникают проблемы с попаданием в дыру. Это всегда нас выбешивает. И здесь ключевое слово «бес». То есть можно сделать совершенно логичный вывод, что это проделки черных сил. Но этот уровень строил лично сам сатана на своем Windows'е. Хаю-хай, с вами Ивангай, добро пожаловать в Minecraft Diversity, третий выпуск, и на этот раз знаете, что мы попробуем пройти? Я думаю, все-таки стоит пройти лабиринты, да, почему бы и не лабиринты? Лабиринты — это всегда здорово и круто. О, здорово, а я могу? Я могу смотреть, но перепрыгнуть не могу. Прикольно. Я знаю одну тактику, если идти по одной стороне вот так, то мы обязательно пройдем этот лабиринт, если будем придерживаться левой стороны. Сложностей не должно возникнуть никаких, абсолютно никаких. Мама! Где я? А, вот куда нам надо идти. Сейчас туда доберемся, я думаю, это не займет у нас много времени. Я надеюсь, все-таки я на правильном пути, потому что бывает такое, что вот он, выход перед носом, но ты ходишь и не можешь найти к нему проход, а оказывается, ты должен был пойти не той тропой еще в самом начале. И вот так вот бывает. Обычно так и делают лабиринты. О, да. Ух, наконец-то. О, что? Уровень 2. Второй уровень. Куда? Эники-буэники ели вареники. Вау! Ух ты, как классно! Оно освещает весь коридор, это здорово! Темно! Темно! Ух, теперь уже не так страшно. Бежим куда-то. Я потерялся. Сдаешься? Нет! Никакое, ни разу в жизни! Не сдамся никогда! Ну здорово, чё, я вышел к началу. Пойдемте теперь налево, да? Ку-ку? Есть кто-нибудь? Кто-нибудь здесь? Ничего не понимаю. Да не сдамся я. Так, вот это балалайка. О, выход! Выход, нашел выход! Ура! Темно и страшно. Я ничего не вижу. А вы уверены, что это выход? Сейчас, секунду, давайте добавим яркости. Ух, вот оно. Наконец-то. А, еще дальше что-то. Факелы. Ну ладно, буду использовать их по назначению. О, вот оно что значит. Осторожно. Идем. Нельзя. О, господи, надо быть. Укрой. Горю. Тихо. Ты жив? Фух, ну хорошо, что с тобой все нормально. Стоп. Давай будем ставить факелы, что ли? Ну ладно. Я пошел. Сюда. Здорово. Сезам, откройся. 3, 2, 1. Да, это магия. Нежно, знаете, кажется, что я на верном пути. Сейчас горю. Я нашел. Но мне не составит труда снова пробраться по этим же факелам, по том же пути, по которым я и шел до этого. Надеюсь, если я правильно завернул. Стоп. А по тем ли я факелом пошел? А, все понятно, я вспомнил это место. Я нашел! Наконец-то! Ух, чекпоинт. А! Это всего лишь чекпоинт. И куда мне теперь? О, блин, какой же сложный вопрос мне надо решить. Куда мне пойти? Я вообще запутался. Откуда я сюда пришел? Давайте пойдем сюда. Пойдем на синюю. Осторожно. Стоп. Если что, я пошел сюда. Вот так, да. На каждой развилке надо ставить факелы, чтобы не запутаться. Здесь я уже был, понятно. Синяя — это не то, что
надо было мне, надо идти, значит, на желтую. Я не знаю, почему я сделал такой вывод, потому что желтый. И все, не спрашивайте меня почему. Все, пошел по желтой. Оп, сюда. А что если так сейчас взять и перепрыгнуть? А, что там нас ждет? А, здесь стена! Там была стена. Там была стена. Она не хотела меня пропускать. Она меня просто жарила в печи. Ура! Ура, выход! Нет, нет, давай, живи! А, это вход. Ура, лестничка, поднимайся. Это наконец-то! Да! Фух! О, чекпоинт. Прыгаем по стеклу. Идем на самый старт. Замечательно, круто. Паркур мастер. Давай. Нет, только не гори. Только не гори. А нет, давай, 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 давай. Фух, здорово, наконец-то я прошел. Наконец-то. А, да. И что же будет? Так, какая это из них? А, вот лабиринт. Вот в таком вот я порядке их прохожу в шахматном, как бы сказать, в клеточном. Ну и вот эту традицию я хочу нарушить. И давайте пройдем дроппер бенч. Получим синюю шерсть. Синяя там, хорошо. О. О, житель. Ты что тут стоишь? Такой ударил его. А. А, обиделся. Что это там? Какая-то фигня. А здесь есть у нас что? А, вернуться в куб. Не надо мне в куб. Так, ну что ж, полетели. Она не успевает прогружаться. Давайте выставим в настройках, что... А, у меня на максимум стоит. А, снова! Прыжок! Прыжок веры! Как это было страшно! Давайте... Ой, сюда, там, там, там. А, как оно появилось прямо передо мной! Я не успел среагировать! Давай, реакция! Реакция ниндзя! Ниндзя реакшн! Давай! О, есть! А здесь трупик! Забавно! А куда мне прыгать? Вот сюда! Это было несложно! О, зима! Здесь так прохладно! Фух, наконец-то я смогу охладить свой пыл! Ох, какой ты же красавчик! Арбузик! Ясно. О, круто! Паркур мастер! Всю жизнь у нас возникают проблемы с попаданием в дыру. Это всегда нас выбешивает. И здесь ключевое слово «бес». То есть можно сделать совершенно логичный вывод, что это проделки черных сил. Но этот уровень строил лично сам сатана на своем Windows'е. Ладно, я думаю, вам надоело слушать то, как я сейчас визжу и забываю. Поэтому давайте потише буду себя вести. Определенную траекторию выработать. Yes! Yes! Фух, еще один трупик. Это ты намекаешь на то, что я умру в следующем раунде, да? Ну, конечно, я в каждом раунде умираю. Сюда мне? Ого, какие заросли, какие пещеры. Вернуться в хаб. Нет, мне в хаб не надо. Хуба-буба. Сюда! Сюда мне надо! Однозначно! Сюда! Давай, пролетай! С первого раза! Это здорово! Здоровацкий просто уровень классный! Пролетаем! Здесь плохо все грузится, очень плохо, очень медленно прогружается все. Все, грузись лучше! Грузись лучше! Сюда! 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 Пролетаем! В дырочку, как учили в школе спецназа. Давай, ты же мощный. Ой, как я замедлился, хорошо, но это мне не помогло. Знаете что? Давайте вот так вот встанем на первую. Нет, не получилось. Я лечу быстро слишком. Так, значит, так
Нет, нет, дальше я прыгать так не буду, потому что я уже на том уровне однозначно себе сломаю что-то. Однозначно. Так, пускай оно прогрузится, давайте постоим, подождем. Чё, прыгаем? Прыгаем, 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 прыгаем. Летим! Вода! Вода! Фу, да! Фух, это было сложно. 33 смерти я даже наиграл. Нифига себе! Нифига себе! О, еще одна. Клетка. Лава. О, нет, нет, мне надо вот сюда. Эндерманская фигня, блин, как же оно пестрит в глазах. Ничего не понятно. Ничего, не разберу, куда лететь. Сюда, сюда, вижу, 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 сюда, сюда, вот. Ух, рядом был. Это очень экстремальный уровень. Ад. Какого черта я в аду? И что здесь у нас будет? Это грибочки? Это цветочки? Не знаю. Ой, бог, по-моему, я нашел седьмые врата ада. Я вообще ничего не вижу. Как здесь можно что-нибудь опознать? Давай! Вот так. Так вот. О, я выжил. Немножко, но выжил, но выжил, выжил. Хм, это было не сложнее, чем прошлое. Всего лишь 3 смерти здесь. Дракошка. Дракошка. Блин, мне страшно. Вдруг он сейчас вылетит. А, вот так оно вот, значит, и начинается. Окей. Это как напоминает игру на андроиде, которая... Ну, как я там пролечу? Игра называется Speed X. Да. Все. О, выжил. Это мне как-то редко удается, но удается. Эндер-дракон? Вы издеваетесь? Там есть полоска эндер-дракона! Как же мне там пролететь? Какая маленькая щель, я даже не знаю. Она настолько маленькая, что... Что? Почти же! Да, наконец-то! Фух, слава Господу! Он там, да? О, сундук. О, еще один сундук. Он меня бить не хочет. Сундуки не открываются. Ёсик! Господи! Какой звук громкий. Все, иду. Хвост! Хвост! Какой большой хвост! Пробегай! Ой! О, да! О, ребята! Это было забавно. Не так ли? Кентакли! Я уже открыл 4, и осталось еще мне 7. Ведь так, 7? Я считать еще не разучился. Фак, 6! Окей, друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск. И если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в ссылки по описанию на группу ВКонтакте. А с вами был Ивангай. Всем бай-бай.